Нико Мюненозни блог. Там, ребят, смысл какой-то клипак вроде. Кинчик. РВС, РВС, Сережа, привет. И Пиксель, привет. Сериал в скейт-парке. Да. А, какие-то, не могу а есть какие-то сцены, которые с видом на скейт-парк? А почему тогда здесь? Там больше не только с вид. Мост под мостом. Я пришел в скейт-парк под мостом, чтобы поснимать, как парни снимают что-то. Короче, они взяли вон ту малышку и снимают 400 FPS тесты. Женек, короче, сам решил, ничего не получается. Но зачем, Жень, зачем? Обзор на камеру снимаю. Какую, какая камера? FreeFly Wave называется. А что за объектив? Fujinon 1855 Cinema Lens. Все по-взрослому. Оборудование предоставлено компанией Kinemotor. Благополучно. Они наши зайчики. Мы их очень сильно любим. И мы хотим затестить эту малышку. Я вот думаю, что одного дня будет мало. Кажется, им нравится, что они делают. Нет, посмотрите на этих ребят. А я снимаю медленно, но у них будет еще медленнее. Я потом добавлю это сюда, да? Ребятам все еще нравится, чем они занимаются, посмотрите. Все доснимали. Это была первая в России камера. Название вы увидите здесь, потому что я не знаю, как она называется, настолько она редкая и секретная. Там рапида нереальная. Пока-пока.